这什么？露出不单做什么？露出不单做什么？Я дарю тебе покой. Ну, всем привет. И я хочу поздравить вас, дорогие женщины, счастья, красоты, гармонии, удачи. А самое главное, отдыха. В этот прекрасный, единственный день в году желаю вам отдохнуть. Так, чтобы он запомнился не только на весь год, но и на всю жизнь. Поздравляю вас, дорогие женщины, с 8 марта. Пока всем! Мы едим мантики, как всегда, мои любимые мантики. А вы что едите на 8 марта? Какая красота! Вохансян чи джаоцзе.